Хачкары – древнейшие армянские архитектурные памятники, представляющие собой каменную стелу с резным изображением креста. В Армении культура каменных плит как духовных символов известна с 853 и 866 годов. В доисторический период в горах, у истоков рек, у границ поселений, а также у дорог воздвигались каменные стелы – вишапы, считающиеся предшественниками хачкаров. Народ представлял их заколдованными героями своих мифов и сказаний. Это была некая разметка земли, обжитой человеком. Стелы были покрыты резьбой с изображением птиц, шкур и голов баранов, а также клинописью. В переводе с армянского слово «хачкар» означает «крест-камень». Это прямоугольная каменная плита, на одной стороне которой высечен крест. Неотъемлемой частью хачкара является обильная резьба и смысловая нагрузка в виде символических и сюжетных изображений. Каждый камень отличается своим неповторимым узором, обычно выдержанным в едином стиле. С момента принятия христианства как государственной религии начинает развиваться искусство хачкаров. Каждый зодчий старался вырезать такой хачкар, который еще не делали ни он, ни другие мастера. Вооружившись опытом предков и особым даром, творцы достигали наивысшей степени каменного искусства. В отсутствие линейки, карандаша или хорошо наточенных инструментов, в неуютных средневековых условиях зодчие творили произведения искусства. Работали мастера непрерывно несколько часов в сверхнапряжении, не отвлекаясь ни на секунду от камня и зубила. Местные ученые обучали зодчих математике, философии, искусствоведению, накачивали национальные и религиозные идеологии. И все это, чтобы каждый хачкар получался неповторимым, как исторический символ того времени. Хачкары неоднократно подвергались уничтожению. Персидские и арабские завоеватели уничтожили большинство хачкаров раннего средневековья. Турками была уничтожена основная часть церквей и хачкаров Западной Армении. Но несмотря на это, на территории нынешней Армении сохранилось множество хачкаров, в числе которых и самые лучшие экземпляры. Стоят они возле монастырей, в музеях, а также высоко в горах и в глухих лесах. В ноябре 2010 года искусство создания хачкаров, как символика и мастерство хачкаров «Армянские каменные кресты», было внесено в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества. Всего на территории Армении насчитывается несколько тысяч хачкаров.